доброй традицией в Химках стали праздники дворов. Каждые выходные аниматоры, артисты, творческие коллективы собирают на улицах большое количество жителей. В программе яркие флешмобы, танцевальные номера и активные игры. В этот раз праздник состоялся в Кутузовском. Мероприятие было организовано силами сотрудников Дома культуры Брёхова. Приезжаем в разные дворы, приезжают наши аниматоры, приезжаем с яркой программой и создаем хорошее настроение нашим жителям. Главная задача мероприятия – познакомить юных химчан с традиционными играми, которые можно организовать во дворах. Это праздник добрососедства, считают жители. И действительно, мероприятие объединило людей, живущих на одной площадке, в одном дворе. Для детворы это стало временем веселья, а для взрослых – непринужденных дискуссий.